Всем шалом. Так, имеем вот такой вот проигрыватель. Взяли на барахолке. Пасик заказали в интернете. Копейки стоит. Сейчас будем ставить пасик, проверять, как что работает. Так. Строимся. О. Система интересная с этим пасеком. Видно там, да? Одеваем его сюда. Первый раз это делаю. Надо его натянуть на вот этот вал. Видно, да? Так, держим пальцем. Ставим и натягиваем на вал. Все на самом деле очень просто. Разворачивайся. Так, сейчас мы попробуем запустить. Вначале просто попробуем запустить. Заработало. Очень интересно. Замок. Надо будет усилитель поставить, подсоединить колонки. Поднялось. Класс. Все работает. Даже звук идет. Супер. Так, будем сейчас подсоединять колонкам к усилителю. Посмотрим, что получится. Итак, продолжим. Поставили пластиночку. Подсоединил к усилителю. Вот он наш проводочек. К усилителю. Готово. Электричество. Трошки мне тут неудобно. Все так раскидано, но ничего. Так, погнали. Что у нас получится?
Все починено, все здоровецки работает. Теперь будем доводить до ума кнопочки и стёкись. Надо все это почистить, сделать. Шикарная моделька. Нужно вот тут еще вставочки переделать, сделать это все красиво, зафиксировать. Ну, тут вот почистить еще вот эти вот все вещи, разберем, почистим, болтики ржавые заменить. Шикарная аппаратура Sony, это Sony. Все, спасибо за просмотр. Хороших всех ремонтов. Хороших покупок на барахолках. Шалом.